выйди, выйди, выйди! Хорош, Влад! Блокируй, да? Назад, назад! Влад, руки бери! Влад, руками! Хорошая атака у нас от альянцев. Один на один игрок. Видят, подчищает. Пас налево. Пас в центр, набегающий удар, гол. Раз. И вообще команды побратимы буквально. Очень много игроков были, играли из-за тех, так что вполне ух может ты, быть шоу. Игрок. Пас в центр. Вот сейчас ФК, защитник ФК Макана был прекрасен. И вратарь. Удар. Ух ты. Ой, хороший контратак. Мне кажется, будет четвертый. Не-не. Убрал, смотри, да, нет. Не-не-не, вратарь на месте. Ну, верим, что... Ух ты. Вот это вот. Вот это. А это игрок? В центре они мяч разыгрывают. И смотри, это пятый пас гол, да? На дальнюю. Не-не-не. Ай-яй-яй, ну, вот как... Ой, и альянцы контратакуют. Контратака один в одного. Играет головой, подыгрывает, точнее, себе. И бьет. Блин. Же объективно не сильнейшая команда. А, 4 в 0. Выход. Реализует ли его альянс? Пас, удар, гол. Гол. Напрашивается пас в центр. Ой-ой-ой, забивает. Вот бы желтая бы полетела бы сразу же кому-то в статистику. Ну ладно. Ой-ой-ой, какой хороший проход, удар. И... Головой. Ой, хорошо, вратарь почти забирает этот мяч. Смещение в центр, удар и гол. Гол. Змитый вратарь, который говорит, вы что, гоните, а потом стоит на ворота. Ой-ой-ой. Точнее, он не успел еще встать на ворота. Но уже пошел гол. Но, один. Да. Ой, какой ой. Прием! Не будет у нас хиты. Но перехват итальянц. Проход, пас налево. Удар! Гол. Гол. Хитрик был. От себя и хотел сам реализовывать. Но доработал. Смотри, это будет... Центр. Четвертый. Это будет